Волгоградская область вошла в число лидеров и отмечена благодарностью правительства России за реализацию программ по строительству и капитальному ремонту школ и детских садов. Работа продолжается. Самая большая в регионе школа на 1280 мест готовится к открытию. Учреждение в Дзержинском районе Волгограда построено по нацпроекту образования. Оборудование смонтировано и уже ждет своих учеников. В новой школе появится современный интерактивный класс и телестудия. Ася Костюченко расскажет подробнее. Объемная голографическая буквально выходит за рамки монитора. Именно такое изображение смогут увидеть ученики в очках виртуальной реальности. Его разве что нельзя потрогать руками. Уникальные возможности открывает новый интерактивный комплекс. В классе за компьютером дети подробно познакомятся со структурой предмета, его элементами и деталями со всех сторон. Понаблюдают за реакциями, процессами и работой сложных механизмов. Голографические макеты помогут в изучении химии, астрономии, геометрии, истории, биологии, физики. Например, вот гидравлическая турбина. То есть, помимо того, что мы ее можем рассмотреть в действии, мы можем посмотреть фрагменты данной турбины. Причем, опять также можно любой объект приблизить, покрутить, увеличить, рассмотреть в более доступном варианте. Конечно, это очень наглядно для деток и более понятно для восприятия того или иного предмета.